В Ивано-Франковской области массово рубят лес, тоннами грузят бревна и увозят их в неизвестном направлении. Лесники утверждают, что пилят деревья на законных основаниях. Так ли это, выясняла Галина Якушка. Десятки перегруженных лесовозов, горы срубленного молодняка, машина, ожидающая новой погрузки. Так описывает увиденное в Осмолотском лесничестве активист Василий Андреев. На днях он с друзьями отдыхал на территории заповедника Горганы. Масштабы рубок снял на видео. Наша съемочная группа отправилась на указанное место. Громкий гул бензопилы в тиши Карпатских гор. И сегодня в Осмолотском лесном хозяйстве работа кипит. Двое мужчин в оранжевых робах перетаскивают срубленные деревья, грузят на упряжку лошадей. Кругляк вывозят к дороге, там перегружают на лесовоз. И так целый день. За последние полгода на этом участке лесники спилили 670 деревьев. Сотню только за октябрь. Мол, рубки обоснованные, санитарные. Это дерево пошкоджено корродом. Всыхало и вдали в рубку. Это дерево ветер вывернул с коренем. Такий ветровал называется. Дуже ослаблене дерево. Это называется коренева рубка. Дерево гниє с коренем. Тут, знаете, грунт зараженный. Срубленный лес планируют продать. Цена за кубометр до 1500 гривен, в зависимости от сорта. В областном управлении лесного хозяйства нарушений в действиях подчиненных не видят. Это рубки, на которые выписали срубленные квитки, то есть дозвола на ту или иную рубку. На каждому дереве? На каждому дереве, если это вибірково, є клеймо. Если это суцільне, то есть по кругу все відмежовано, відбито. То есть все згідно чинного законодавства. Законны ли эти рубки в Осмолотском лесхозе? В госэкоинспекции еще не выяснили. Мол, официально пока никто не жаловался. А для этого существует и горячая линия, и специальный электронный адрес. Все данные легко найти на сайте. Любой час, когда поступит заява вся громадянина, на другий же день мы с этим громадянином выходим на место, и он показывает, тут я маю. Все, мы выходим и проверку полностью проводим. Подробности составили такое заявление. Проверку просим провести в присутствии нашей съемочной группы. Ответ ожидаем на следующей неделе. Галина Якушка, Юрий Голубинко. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.